О, благодать, вон уже подмерзла. Там Серега пошел туда наверх кидать, а я пойду вон на устье Карагема и Аргута. Вот такие горы вокруг. А тут тишина, благодать. Птички, наверное, скоро бабочка полетят. -2. Ну, как говорится, по ощущениям, как +15. Хорошо. Нравится мне здесь, сколько я приезжал сюда. Дорога, конечно, страшноватая, но здесь вообще душой отдыхаешь. Так вот, здесь только курганов. Видно, старину люди-то жили тут, ну, понимали что-то, если они здесь жили, такие курганы ставили после себя, так, наверное, тоже нравилось людям-то. Какой-то небесная благодать тут. Какое, наверное, ощущение, очищение какое-то идет. Так, здесь спуститься. Уже, если у меня третий раз я сюда приезжаю, 2 раза весной приезжали в марте, но весной тут хуже, ну как хуже, перевал это там снег, лед, потом весной солнце пригреет, он в лед превращается, вот эти осенью, то есть снега мало, земля сухая, ну в смысле, а там, блин, бывает, что такой в лед попадаешь. На цепях ехать. Ну, вода мутная, как немножко как цементом. Еще не посветлело. Сюда летом не ездит рыбач, потому что все лето вода такая молочного света. Ну, ледниковая вода. И рыбы нету. Ну, как и нет. Не клюет. И вот когда осенью начинает немножко светлеть весной, когда она светлая еще, большая вода не пошла. Фух. Ну да, ходовая рыбалка-то хорошо, килограммы прямо без всякой диеты вылетают. Ой, сколько так, как бы не упасть тут еще. Тополь такой лежит. Ладно, дойду потом еще раз.